Ассаламу алейкум, здравствуйте, нахожусь в парке Патриот, в музее бронетехники. Короче, это у нас Кюгельпанзер, это шаротанк, использовался немцами, разработан был в конце 30-х годов для корректировки артиллерии. Масса 1800 килограмм. Толщина брони 5 мм, оружия не было никакого, радиостанция, смотровое окно, здесь стояло бронестекло. Максимальная скорость хода 8 км в час. Впереди опирается на передние ведущие колеса и сзади на рулевое колесо. Дверь в кабину была здесь, но это единственный образец в мире. Таких больше нет нигде.